В Саратове отметили 310 лет со дня образования морской пехоты. В честь праздника в парк Липки пришли горожане, представители военных общественных организаций, учащиеся кадетских классов и областные чиновники. Они возложили цветы к памятнику юным морякам-саратовцам. Мемориал посвящен добровольцам, которые в 1942-44 годах поступили в Соловецкую школу юнг военно-морского флота. В числе учащихся, а потом и воевавших, немало саратовцев. Выступавшие говорили о морской пехоте, как об особой категории людей и о том, чтобы быть пехотинцем, это не только красивая, но и почетная обязанность. Для Саратова это важно, у нас очень много, вот как так сложилось, что очень много людей служило в морской пехоте, и наш корабль в Севастополе с именем Саратов, и бригада морской пехоты, мы традиционно отправляем ребят. Морские пехотинцы, они высаживаются как на море с кораблей, также прыгают с парашюта и из-под воды. Это род войск, которые люди, которые готовы пройти и вынести все тяготы лишения. Поэтому отбор идет, конечно, в род войск морской пехоты очень-очень серьезный. Из Липок участники митинга отправились на Соколовую гору. Автоколонну из 20 автомобилей возглавил бронетранспортер МВД. Митинг продолжился в Парке Победы, где моряки возложили цветы к вечному огню. В этот день участники митинга вспоминали недавно сбитый на территории Сирии российский бомбардировщик. У памятника землякам, погибшим в локальных войнах, по погибшему летчику и морскому пехотинцу, который летел на помощь, священник провел заупокойную службу.